Привет! Сегодня хочу рассказать вам о моем небольшом заказике на сайте Cult Beauty. Почему я с пучком для волос? Если вы видели мое предыдущее видео о загашничке, я несколько раз там жаловалась на одно средство, которое мне испоганило все волосы, несмотря на то, что я его совсем чуть-чуть. В общем, это вот эта штука, это Matrix Total Results Sleek Blowdown Leave-In Cream. Да, я думаю, что это средство, то есть я не думаю, я уверена, что это средство, после того, как оно будет вам показано, оно сейчас вам было показано, я с ним распрощаюсь. Пока средство, ты была нехорошая. В общем, о чем я сегодня с вами хочу поговорить, да, я уже сказала. О заказе. Call Beauty. У меня была скидка к дню рождения. Я, естественно, не могла пропустить эту скидку и решила кое-что заказать. Тем более, что на это кое-что у меня уже был заказ. Я купила одной своей подруге. Она очень хотела одну вещь, а вторую вещь я купила, потому что она была новая, и мне было интересно, а потом вышла еще одна новее. И мне тоже интересно. Может быть, я куплю и ту, которая новее. В общем, обо всем по порядку. Первая вещь, которую я купила подруге, это вот такая вот сыворотка от Ordinary. Это просто сыворотка с гиалуроновой кислотой. Я могу ее открыть, ну, упаковку, но сам продукт я открывать, конечно же, не буду, потому что он, ну, я даже не могу открыть упаковку без того, чтобы ее не порвать. Ну, в общем, я думаю, что вы знаете это средство, вы с ним знакомы. У меня это средство было, оно мне нравится. Лучше ли это сыворотка с гиалуроновой кислотой? Нет, но она доступная, очень доступная. Ее можно купить и на сайте Ordinary, и на сайте Beauty Bay, на сайте Kyle Beauty. В общем, хорошее средство за эти деньги, за которые вы платите за это средство, вполне. Чуть попозже я его сравню с тем средством, которое использую сейчас, сделаю вам небольшое ревью и расскажу, что мне нравится больше. И еще что я купила? Я еще купила вот такой вот небольшой набор от Anastasia Beverly Hills Matte Lipstick Set. И это у меня оттенки Soft Pink, Kiss, Spice и Dead Roses. Dead Roses у меня есть в полном размере. Вот так это выглядит. Все средства сделаны в Китае. Собственно, как и их помады. Они все делаются в Китае. Помады им именно в... Вот такого плана, не жидкие. Ничего страшного в этом нет. Anastasia Beverly Hills, они делают очень много продуктов в Китае, но они следят за качеством, то есть это не какой-то там вонючий китайский алиэкспрессовский продукт. Хотя это не к тому, что на Алиэкспресс все плохое. Я лично никогда не покупала там косметику, потому что я думаю, что есть другие места, где можно купить косметику, и она будет гораздо более качественная, гораздо, даже иногда гораздо более дешевая. Например, тот же Essence. Вот. Но знаю по слухам и по рассказам, что очень многое там попахивает. Здесь этого нет. Здесь все нормально, все хорошо, потому что контроль качества есть. Итак. А, и потом, буквально через вот день, наверное, после того, как я заказала, и у них вышел розовый набор там, с розовыми оттенками. Там есть фуксия, там есть более такой приглушенный розовый. В общем, тот мне понравился тоже, поэтому я так пассивно думаю и о нем. В общем, приступим к описанию. Вот сами помады, они просто точная копия большой. Мне, конечно, я что-то прогнала, нужно было взять большую и показать вам, сравнить, но это то же самое, что и большая. Здесь 1,3 грамма. Это не очень много, например, в Минке от MAC в ней 1,8 грамма. Но по итогу этот набор получается дешевле. Мне он с моей скидкой вышел где-то евро,
в 22, наверное, за 4 помады, которые у вас хоть шанс есть их использовать. Это очень даже неплохо. Начнем с оттенка не по порядку. На что рука потянулась, то и показываю. Оттенок кис. Не понимаю, почему фокус не на помаду, а на меня. Оттенок, кстати, вот здесь эмблемка есть Anastasia. Это оттенок Soft Pink. Он действительно такой мягкий розовый оттенок. Третий оттенок это Dead Roses. Dead Roses, который у меня есть в полном размере. И четвертый оттенок это оттенок Spice. Spice тоже очень-очень красивый. Да, они вообще все красивые, и мне кажется, что им нужно было бы выпустить вообще вот эти вот минки вообще на постоянку. И вот, например, как у MAC, у них есть большие помады, у них есть вот эти вот маленькие. Если вы знаете, что вы просто никогда не используете эту большую помаду, зачем вам ее покупать, вы можете купить маленькую. Она, конечно же, будет дороже, если вы пересчитаете на грамм, но вы хоть ее используете, и изначально вы платите уже меньше. По итогу вы платите больше, но сразу вам не нужно выплатить, например, 22 евро, как сейчас MAC стоит, вы платите только 10. Вот. И, кстати, в MAC это очень выгодно, потому что если в пересчете на граммы, MAC получается дешевле, если вы будете брать в маленьком размере. И все, собственно, это было вот в такой вот коробуске, который я уже показывала, но только задний ее вид. Вот так вот сделана эта коробочка. И все помады, они вот в такой вот штучке, вот так вот они лежат. О чем я еще хотела вам рассказать? О сыворотке, которую сейчас использую. У меня была вот эта вот сыворотка от Ordinary с гиалуроновой кислотой и с витамином B5. Она мне понравилась, но, как я уже сказала, это не лучшее вообще. Да, и это тоже. Я не могу сказать, что вот это хуже намного, но мне кажется, это мне нравится больше. Это It's Skin ну, короче говоря, это увлажняющая сыворотка. Вот. Все, что я могу сказать, потому что корейский я не знаю. И, к сожалению, мне не очень понравилось. Все это было хорошо запечатано. На самой запечатке было написано много-много-много всего. Когда вы ее снимаете, вы ни хрена не знаете, что это за сыворотка. То есть у них там очень много вот этих вот бутылок, очень много, и вы ориентируетесь только по цвету. То есть по цвету вы должны запомнить, что голубая — это увлажняющая. Это не очень удобно. А так, идея та же самая, тоже пипеточная, тоже 30 мл, тоже стекло. И, кстати, я ее видела у нас. У нас не так давно, буквально на прошлой неделе, открылся магазин. Новый магазин. Это такой драгстор, в общем, хозяйственный, но там нет ни порошков, ничего такого, просто косметика, но с уклоном на натуральную косметику. Называется этот магазин Heku, и если вы живете в Финляндии, то, в общем, она вот такая вот прозрачная. Если вы живете в Финляндии, то вы можете пойти на сайт этого магазина Heku, и там будет написано, где вы можете найти этот магазин. Их не так много по Финляндии пока что. Я думаю, что скоро они будут появляться больше и больше.
И там вот эти сыворотки были по 20 евро, люди, 20 евро. 20-50, если быть точным. Я так, мне еще предложили на кассе. Они вот в такой, в большой были такой чаши, такой прозрачной, очень красивая большая чаша, и там были эти сыворотки. И добрая дама на кассе мне сказала: да, посмотрите, у нас новые сыворотки. Я говорю: у меня тут такая есть, спасибо. Она: да, есть. А, хорошо, хорошо. Ну, то есть, финны, конечно, практикуют заказ из eBay, AliExpress, очень-очень много, Amazon, но косметику как таковую им проще пойти в магазин, тем более, что косметику как таковую особо массово никто не покупает. Вот так вот. Много-много-много. И поэтому интернет-магазины, конечно же, покупают они в интернет-магазинах, но им лучше пойти, вот увидеть, пошел, увидел, купил. Вот. Именно поэтому вот эта вот женщина на кассе так удивилась, что у меня уже есть этот продукт, хотя этот продукт абсолютно он не новый. Я, конечно же, ей не сказала, за сколько я его купила, чтобы не травмировать душу, но 20-50, люди, 20-50, это ведь много. При том, что я купила ее на eBay продавца корейского за 9. За 9, да. Если сравнивать цены, конечно же, это стоит дешевле. Это стоит дешевле, и эффект у них примерно один и тот же. Эта сыворотка, которая вот эта вот It's Skin, она немного более парфюмированная. То есть вот эта, она вообще, по-моему, без парфюма, насколько я ее помню хорошо. Это парфюмированная, такой свежий, легкий, ненавязчивый запах, но он есть. Увлажняет кожу, он хорошо. Липкость, ну, ее практически нет. Почти, почти ее нет. От этой сыворотки, по крайней мере, на моей коже липкости не было вообще. На этой она все-таки, от этой она все-таки есть немного. В качестве увлажнялки, как они сравниваются, мне кажется, это немного более эффективно. Но здесь есть липкость. Здесь липкости нет, она немножко менее эффективна. Тут выбирать вам. Что касается цены. Даже если вы ее возьмете не за 20 евро, вы ее возьмете за 9, вы возьмете за 8, это все равно будет дешевле. Поэтому, наверное, сейчас, после того, как я попробовала и вот эту, и у меня была эта, я, скорее всего, вернусь к вот этой вот от Ordinary, потому что большого какого-то эффекта от этой я не вижу. То есть это делает то же самое, что и вот это. Но стоит она дешевле и доходит она быстрее, по крайней мере, в том магазине, в котором я покупаю. И будь это Cult Beauty или официальный сайт, доходит она в любом случае быстрее, чем eBay, потому что с eBay может даже и две недели идти, а это, ну, долгенько. Вот. Больше, наверное, ничего я не могу сказать по этим сывороткам, кроме того, что, в принципе, это очень хорошая вещь, это очень хорошая дополнительная штука, потому что увлажнять кожу надо, несмотря на то, что она у вас может быть жирная, она у вас может быть склонная к воспалениям, там еще какая-то, все равно ее нужно увлажнять, потому что не всегда жирная, значит увлажненная. Иногда есть жирная и обезвоженная, она еще больше становится жир. Она еще больше жирнится, еще более обезваживается, а вы ее спиртом там трете, а ей нужна просто влага. Вот, поэтому вот эти штуки, они очень-очень хорошие, их нужно применять. На самом деле, вот эту вот сыворотку я ее применяю очень часто летом, когда жарко. Я ее просто могу использовать вместо крема. Например, летом вечером у меня очень-очень плохо все впитывается в кожу. Прям вот катастрофа какая-то. И поэтому зачастую у меня это средство используется вместо крема, потому что я могу намазать крем, и утром проснуться, этот крем у меня лежит на коже.
он просто не впитался за ночь. Несмотря на то, что дома-то не жарко, дома-то кондиционеры и все такое, и созданы максимально комфортные условия для проживания в теплой стране, но, блин, иногда реально не впитывается. Вот, поэтому, если у вас жирная кожа, или если вы проводите очень много времени в теплом климате, то вам следует обратить внимание как на эту, так и на эту. Кстати, у It's Skin, у них очень много всяких разных сывороток, у них там, не знаю, штук 10, наверное, 10-12. Я бы, наверное, попробовала еще какую-то одну. Особенно меня заинтересовала такая она, такого мутненького белого, бело-жемчужного цвета. Вот, посмотрим, насколько меня она будет интересовать, я еще о ней почитаю, и, может быть, я ее закажу. Если вам интересна помада, что у меня на губах, это помада Rouge Edition Velvet от Bourjois. Это, на самом деле, тестер, который мне дали на... это на номер 05, Оле Фламинго. Тестер, который мне дали в Словении на кассе за покупку там чего-то. У них там просто была акция, я не думала, что они дадут тестер, это был новый тестер, запечатанный, запакованный, вот тебе типа тестер, спасибо, вот. И, кстати, в том же магазине тоже, но как-то раньше или позже, я не помню, мне дали, у меня здесь эта вещь есть, я могу вам тоже показать, тестер Bourjois. Вот тестер от Буржуа, вот такой вот карандашик, который на самом деле он немножко бесполезный, мне кажется. Вот так он выглядит. Оттенок красивый. Динамит. Не динамит, а динамит, как мята. Вот так он выглядит. Симпатичный вроде бы как. Но на глазах же ни хрена не держится вообще. Несмотря на то, что написано, что это waterproof, я не знаю, на какой воде они его тестировали, что они решили, что он waterproof. Не знаю, но вот он снялся просто салфеткой, сухой салфеткой. Вот, все. Я понимаю, что ему, может быть, нужно было дать время засохнуть, но у меня есть... карандаши, которые не waterproof, которые хрен снимешь вот так вот, просто хрен снимешь. Вот, такое вот было видео, я надеюсь, что вам было интересно. Если у вас есть эти продукты, эти помады, эти сыворотки, напишите мне, просто мне интересно всегда читать ваши отзывы. И на этом все, пока!